такой удар из-под Макси Перейры, но совсем не опасно. Ой-ой-ой, вот это да! Вот это да! Фарлан, получив фактически, ну, первую возможность для удара, и не бог весть какую возможность, этот удар наносит и застает врасплох Мартина Стекеленбурга. Да, что же так, Мартин? Фарлан, четвертый гол лучшего бомбардира уругвайской команды. Стекеленбург прекрасно понимает, что это его мяч. Ничто не предвещало, согласитесь. Смотрим еще раз. Фурлан мяч обработал. Перевел под левую ногу. Пробил. И рикошета, по-моему, не было. Сейчас вот с этой позиции. Но, может быть, мяч задел. Нет, не задел затылок Хайтинге. Нет, Хайтинга убрал руки за спину, чтобы, не дай бог, мяч ему в руку не попал. Мяч перелетел через его голову. И что опять говорить про этот коварный Джабулани? Терес то ли не дотянулся. Вот смотрим еще раз. Так, одной рукой пытался отбить этот мяч. Действительно, эта траектория, может быть, была непредсказуемая.